В эфире очередная распаковка. Сегодня тут 9, кажется, посылок. Будем раскрывать. Как обычно, начнем с самой маленькой. Сегодня посылки такие очень мелкие. Даже не знаю. Так. О, вот это, кстати, Спандау Забалы. Это часы такие. Ну, бесплатно достались. Баллы там купятся на Пандау. И первая моя распаковка с халявных товаров. Интересно, как вот что-то поехало здесь. 30. Что это тут? 2 часа 03. Не знаю даже, что тут к чему. Первый раз такие вижу. Но они достали бесплатно. Самое главное. 54. Как оно тут? На этом мой выход всегда есть. О. Ключ к компьютеру. Я время посмотрю, сколько там. 17:05. Не надо. Так. Сейчас часы настроим. Попробуем настроить их. Если я понял, как их настраивать. О, еще раз, включи монитор, пожалуйста. Сколько там? 31. 5 часов 31 минут. Так, 31 минута. Сейчас настрою, покажу, посмотрю, за сколько баллов у меня пошли эти часы. У. Что такое У? Это, скорее всего, день недели. Слепо. Посмотрим, сколько тут. Если до 31 дойдет. 32. А, это год, скорее всего. Ну, с годами, конечно, перебрал. Это с 18 год. Ой, как это по-нерусски называется? Так, 18. Берем 18. У нас 18 год, да? 17, 18. Дальше. Так, день сегодня 11. Нет, это месяц. Да, 4 месяц. И... Не очень тут удобная кнопочка. Вытащи за. Так, 4. И 11 число сегодня. Давайте 11. Включи. 11. Все. Что дальше? О. О, часы. 5 часов 32 минуты. Так, халява. И следующая маленькая посылка. Часы, скорее всего, повешены на велосипед. Наружу. Чтобы дать время. О. Лизун пришел. Вообще никакого запаха нет. Такой вот лизун. Ну, он какой-то странный лизун. Что-то мне он не нравится. Он какой-то очень уж... Не лизунистый лизун. Сейчас кину его в стену. Нет, это как лучше как мячик он идет. Подожди. Так. Ну, в принципе, он лепится к чему-то. Нет, я думал, может быть другое. Сейчас посмотрю, сколько он стоил. Скорее всего, я забыл, взял, не знаю. Посмотрим. 89 рублей стоил. Это непонятная вещь. Сейчас. Следующий. Так, это... Ну, что-то нормально пришло. Ручка или что это? Почему одна? Что-то даже с батарейкой. О, фонарик. Что это интересно? Тут рисовать. А, понял. Это потом... А, ультрафиолет. Короче, рисуешь на руке. Потом фонариком
Раз. И вот, пожалуйста. Красота. Так. Дайте что-нибудь такое. О, мышку. Сейчас на мышке я нарисую. Напишу что-нибудь. Или нарисую. Что-то непонятное нарисую такое. Видите, тут ничего не видно. Вот сюда раз. Ну, пожалуйста. И так можно на стенах рисовать. Стоила коробочка 32 рубля. В принципе, у вас и стены очень даже хорошо. Мне понравилось. И детям тоже. Он сидит уже один, рисует. Странно, что я одну только заказал. Тут что-то очень много. Обертки. Что-то мне укололо. Что это? А, это для ключей. Который я потерял. Как раз я вот ключи потерял и пришла эта штука. Мы так вот делаем такой зонтик. Оп. Прилепляем и сюда вешаем ключи. Можно наоборот. Вот сюда вот что-нибудь лежить. Ну, в основном. Вот. Сейчас я прикреплю на место. Покажу, как это выглядит. 78 рублей стоил этот зонтик. Берем еще маленькую посылку. Ну, какая-то она довольно тяжеленькая. Что здесь? Надеюсь, не подрезал ничего. О! А! Ну, это такие. Как... Ну, лизуны, но которые чистят клавиатуру. Вот, заодно сейчас клавиатуру почистит кто-нибудь из вас, да? Можно? Подожди. Может, я вытащу? Желе вот это. А можно я съем это? Ешь. Жал, клавиатуру почистим. Не надо, а желе или нет? Да, ключей. Хотел. Эх, стой, я притерял. Лизун для чистки сегодня буквально. Лизун для чистки клавиатуры стоил что-то 101 рубль. Мне кажется, дороговато для него. Так, вот какая-то ручка. Неизвестной породы. Почему одна опять? А, нет, это палочки. Это вонючие палочки. Вонючие? Угу. Зачем? Чтоб вкусно пахло. Вонючие? Ну, наоборот, ароматы. Ну и так называют некоторые. Сейчас я их открою. Ну там вот палочки дымят. Стоила палочки 80 рублей. Так, 80 рублей стоили эти палочки. Ну, детям что-то их запах не очень нравится. Давайте следующую посылку. Что у нас здесь было? Так. Так, одну, которую поменьше. Возьмем пока обычно. Ну. В этой распаковке нет больших посылок. Большая распаковка была отдельно. Распаковка большой посылки телефона была отдельно. В предыдущем выпуске. Так. Здесь что-то жесткое. О! Прищепки. Это, честно говоря, думал, что тут нормальные прищепки. Вот такие вот прищепочки. Ну вот. Хотел с детьми поиграть, там всякие самострелы делать. А это что? Ну как оно, прищепки? И вот тут их целый пакет. Да. Этот набор прищепок стоил 45 рублей. Ну, зажимы куда-нибудь пригодятся. Как они называются, зажимы. И последняя посылка на сегодня. Так, сегодня такая микрораспаковка. То есть не распаковка, а микро всяких вещей. Это что? О, нафиг. Это ароматизированные палочки были. Так, вот. А это для велосипеда. Нет. Не надо тебе. Это для велосипеда. Звонок для велосипеда такой.
Вам нравится? Нет. Можно попробовать? Ага, пробуй. Извини. Звоночек стоил 37 рублей. Такая сегодня распаковка. Чисто все с пандоу. Причем одна распаковочка была за баллы. Там, кстати, еще будет очень много за баллы. Заказывал. Посмотрим, что там пришло. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, не забывайте.